Всем привет на канале Мусолимп. Взяли в работу RAV4 на полную шумоизоляцию салона. Разобрали обшивки дверей. Подготовили поверхность к нанесению первого слоя. Приступаем клеить. Закончили наносить первый слой в дверях. Все прокатано. Вот что у нас получилось. Начинаем клеить второй слой. Также разобрали багажник. Как видите, штатной шумоизоляции практически нигде нет. Самые шумные места арки. Тут все пусто. Также в крыльях задних все пусто. На полу в багажнике нанесли пару кусков, наклеили, вернее, вибропласта. И все. Также другая арка. Тоже, как видите, голая. Также уже проклеили второй слой в дверях вибропластом. Продолжаем работу. Нанесли последний слой шумопоглощающий материал, то есть третий в дверях. Осталось только собрать обшивки. Собрали обшивки, разобрали пол, подготовили поверхность проклейки. Приступили клеить первый слой вибропласта. Пол в салоне. Также проклеили уже арки в багажнике. И идет прокатка пола в багажнике. Закончили наносить первый слой вибропласта на пол. Также проклеили багажник. Нанесли также второй слой на арочку. И в крыле. Продолжаем работу. Закончили проклеивать пол. Вот что у нас получилось. Все проклеили сплошным слоем. Такой вот ковер получился. Также проклеили арки, крылья и пол в багажнике. Сейчас мы все соберем и приступим обрабатывать крышу. Разобрали крышу, клеим первый слой вибропласта. Также нанесли второй слой войлока на крышу. Такая вот у нас подушка получилась. Все, приступаем собирать.